Друзья, добрый день. Вашему вниманию нож турист. Клинок финского типа. Выполнен из кованой стали H12MF. Спуски 2/3. Рукоять орех. Пропитка рукояти, масло даниш. Художественное литье гарда выполнено из мельхиора. Темлячная трубка. Темляк из паракорда с бусиной. Вот такой красавчик. Нож для всех видов работ. Как разделочный нож на охоту. То есть обратите внимание, да, гарда. Палец уже никуда не скользнет при любой работе. В поход сходить, что-то подрубить, подрезать, пищу приготовить. Отличный помощник. Вот такой красавец. Ножны натуральная кожа, тиснение, погружного типа, два подвеса. И вот так будет в ножнах.